Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня вас ждет умопомрачительная, крышесносная и хайповая Beyblade Burst Random, Beyblade Burst Убитва, но в которой примут участие, третьего сезона, в которой примут участие два волчка из пятого, вот так внезапно. Итак, открывает нашу рандом битву, конечно же, Hyperion или Гелиус, я пока не решил, давайте возьмем все-таки, наверное, Гелиус. Вот, и соперник, которому он проиграет, будет сражаться следующим с красненьким. Интересный концепт, давай начнем с чего-нибудь интересного. Давай вот с Васи Леопарда, чтобы так разогреться для разминочки. Погнали! Вася Леопард, великолепный Бейблейд, я просто от него тащусь. И сейчас мы узнаем, насколько новый персонаж хорош. Насколько Гелиос потянет. Если проиграет Вася Леопард, это будет вообще позор и зашквар. Но долго и долго бой, посмотри, что творится. Посмотри, у нас бралась ничья, по правилам мы скипать должны, но я сделаю матч-рематч. Погнали. Но выдержать у Васи Леопарда, это прям супер. Вернее, то, что Вася его продержался у него, это офигеть просто. И позор, конечно, для Гелиоса. Но вот, волчок Васи Леопард третий сезон побеждает новинку пятого, как бы, да, к чему ушли, того пришли. Вот, и у нас действительно равная битва, я бы сказал, что дерутся Геркулес и Феникс, или Хэдис и, там, не знаю, Хилис какой-нибудь. Чё за это? Побеждает, все-таки Гелиос перебеждает, перекруживает, был запущен вторым, была фора, поэтому все честно. Дальше возьмем, ну, блин, хардкорного Дед Хэдиса, ну давай, чё бы и нет. Заодно сразу выясним, кто на что здесь способен вообще, имеет право претендовать. Кто вы, говорит? Ну что это? Ну что это такое? Кто вы, говорит? Твари дрожащие или хорошие ребята, да? Давай, погнали. Burst! Rise! А, я, короче, читал сообщество свое. И там чувак пишет то, что So Z Valkyrie через S и O. А ему пишет парень, ты дурак, неправильно, типа не So, а Турбо! Я просто вскрылся со смеху, проигрывает Гелиос. Я вскрылся со смеху, потому что, ну камон, и со неправильный, и турбо не совсем правильный, кого-то обзывать. При том, что ты говоришь неправильно, это как бы неправильно. Вот так вот. Красненький! Хайперион! Хайперион! Вот, ну я прям угорел, когда чувак пишет, ты дурак, правильно турбо. Хотя турбо это одно из правильных произношений. Вот, тот парень просто, возможно, у него клава залипла, а ему сразу оскорбление. Я вот думаю, что с вами не так? Люди вот проигрывают Хэдису, кстати. А что, думаю, с вами не так? Реально, у чувака, у меня тоже такое бывает. Вот мне за название предъявляете. Где-то я, бывает, специально ради хайпа путаю там кое-что, а где-то, ну реально, клава так пропечну. Ну вот бывает, это ошибка, это не моя ошибка. Там неправильно не слово написано, а просто буква одна неправильно. Откройте раскладку на телефоне и посмотрите раскладку. И поймете, что это просто, ну, ошибка. Одно дело, когда ребята пишут, чувак, Байзон, там, исправь ошибку, я такой, да без проблем, бро. А другое дело, сразу оскорбление. Ты думаешь, чё вообще с вами не так? Ну, ошибся парень, описался. Ну, напиши ему, чувак, ты не прав, вот так правильно. Ну, нет, ты дурак, и сам главное неправильно говорит. Это очень странно для меня. Ну, вот, одно дело, когда это в мой адрес прилетает, а другое дело в адрес моих подписчиков, от моих же подписчиков. Вот это грустно. Вот, и я, кстати, считаю, что кого-то оскорблять в интернете плохо, безусловно, плохо, но если ты залез в интернет и тебя оскорбили, ну и умей держать удары. Если ты начинаешь сразу плакать, жаловаться и ныть, то, ну, камон, нафига ты вообще полез в интернет, понимаешь? Вот, у меня когда были какие-то там возня с одним каналом, вот такая же была придирка в мой адрес, что типа я, хотя я никого вообще не оскорблял, а вот типа я такой-то плохой, там что-то ляпнул против какой-то канал, вот, и такая чушь, ты в интернете, йоу, если про тебя появилась негативная реакция, ну улыбнись и пойди дальше, как это я, собственно, делаю. О, это самое, проигрывает Валькирия. Про меня столько всякой ерунды в интернете, что, ну окей, люди просто, я же понимаю, завидуют, пытаются как-то хайпануть, поэтому... Бейблейду! Да, проигрывает, чё за это? Вот. Также я, бывает, байчу. Я вон снял ролик про игрушки, на игрушки про Венома, там рассказал пару слов про Кьюбайта. И, ну, типа, в плане хайпа. И мне сразу прилетело, вот, ты не прав, Кьюбайт красавец, ты, типа, завидуешь. Я такой, камон, чуваки, умейте различать, когда кто-то завидует, когда кто-то просто говорит пустую фигню. В моем же случае... Вау!
выбивание с ринга, друзья мои. А, в моем же случае я пилю контент, он годный, я могу про кого-то что-то говорить, наверное. Конечно, хотя нет, но в целом могу. Вот, а когда это делают какие-то пустозвоны, пустые каналы, которые ничего не добились, ну, там все понятно. А вот такое было видео, подписывайтесь, классно. Я был Лучший Лучник Угомоша, всем удачи, всем пока-пока.